еще одну интересную историю, похожую на сказку, которая произошла с Жанель вчера. Верно я говорю? Похоже на сказку? Похоже. После конкурсного выступления я предложил этой замечательной скрипачке попробовать несколько итальянских инструментов, которые приобрел лицей в этом году. И эта история еще и занимательна тем, что скрипки эти делает наш соотечественник, который 25 лет назад уехал в Италию, когда-то учился в нашей консерватории петербургской, но потом принял решение для себя уехать в Италию, закончил высшее учебное заведение по конструированию инструментов, поселился в Кремоне, в городе, где работают 300 скрипичных мастеров, и живет и работает по сей день там, и регулярно приезжает в Санкт-Петербург. И когда произошла история моего знакомства с его инструментами, я принял решение, что его инструменты обязательно должны быть в нашем симфоническом оркестре, и наши дети должны играть на инструментах, которые позволят раскрыть весь потенциал, потому что это очень важно. И после того, как мы попробовали несколько инструментов вчера и определились с одним инструментом, по воле случая, а может быть и не случая, этот скрипичный мастер сегодня находится в Петербурге. И для того, чтобы рассказать особенности игры на инструментах модели Гварнери, мы поехали к нему в гости. И случилось так, что он привез вот этот инструмент, венгерский инструмент, которому больше 100 лет. Привез для скрипачки, которая заказала ему инструмент, сольный инструмент для своей профессиональной карьеры. И он любезно предоставил этот инструмент на сегодняшний концерт для того, чтобы Жанель могла выступить и предъявить вам голос этого замечательного инструмента. И я думаю, что нам каким-то образом удастся договориться, что когда ты приедешь на свой сольный концерт сюда, мы найдем возможность подобрать тебе инструмент, если у тебя будет такое желание, для того, чтобы ты могла выступить на нем. Ну, а тебе желаю, чтобы в твоей жизни сложились обстоятельства таким образом, чтобы ты могла себе позволить приобрести тот инструмент, который ты хочешь.